Из Нижнего Новгорода с любовью. В преддверии чемпионата мира открылся специальный магазин, где будет продаваться сувенирная продукция. Нижний Новгород стал 4-м городом в России, где открылся официальный магазин FIFA. Главное ничего не разбить здесь. Мяч хороший, можно брать. Сразу чувствуется праздник, чувствуешь, что осталось недолго до чемпионата мира, и уже можно прикоснуться к официальной символике. И частичка этого чемпионата мира останется навсегда где-то дома стоять на полочке, потому что я как спортсмен, я все практически талисманы со всех олимпиад у меня стоят дома. Очень много туристов, около 250 тысяч человек за весь месяц планируют посетить. Конечно, они должны увезти частичку презента. Мне кажется, что это кружка с надписью «Нижний Новгород», с эмблемой, где и наш Нижегородский олень, где Волга, Ака, где наши самые главные достопримечательности, ну и, конечно, стадион.